Не вижу в этом особого смысла. Я не вижу, чтобы на нас кто-нибудь собирался нападать. Положительно. Ну, потому что сейчас вот у нас тоже была сестра Украина, и потом как повернулось это дело, что там работает Америка, и нам надо иметь, у нас, мы дружим с Россией, почему бы и нет. Оно нам не помешает. Нам надо, чтобы было хорошее вооружение, хорошая армия. Я за. Положительно. Ну, скорее нейтрально, то есть мне все равно. Ну, есть и хорошо, нет, ну и ладно. Как ребенку, родившемуся в Советском Союзе, и когда все это тогда было, мне это привычно и понятно, что это общая защита, то есть мы им помогаем, они нам помогают. Ну, конечно, хочется, чтобы не было никакой войны, но все равно без этого никуда, поэтому надо как-то обозначивать свои пункты и позиции и возможности. Мне все равно. Вообще, то есть пока здесь не стреляют, мне все равно, что происходит за пределами моего дома. Вообще не хочу, чтобы кто-то у нас базы какие-то размещал и все такое. Считаю это неправильно. Беларусь не та страна, где нужно размещать военные базы или с кем-то воевать. Я бы на месте Беларуси вообще сохранил бы нейтралитет по отношению ко всем, что к России, как к Европе. Наверное, за. Почему? Потому что в любом случае получается... Сейчас Америка подмяла и в Европу, и в принципе нам что-то нужно делать, потому что либо они будут главные, либо мы. Ни за, ни против, это вопрос не ко мне. Выбрали нашего главу, теперь относиться уже это дело третье. Я ни за, ни против, я говорю, чтобы главное, чтобы это не нарушало... стабильность и спокойствие в нашей стране. Если мы будем чувствовать себя уверенно, даже с базами военными российскими, пожалуйста, почему бы нет? Положительно. Ну, потому что наши одни те, что мы, что они. Положительно. Ну, это... Я родился в России, вырос там. И знаю, что сейчас это одна единственная... держава или политическая система, там, которая есть, ну, защитить нашу не довольно-таки сильную и политику, и страну, и экономику. Вельми дрэнна, потому что это страта незалежности. Я пытаюсь оставаться нейтральной к этому всему. У нас маленькая страна, наверное, и одни мы, если в случае чего-то агрессии, не справимся. Не нахожу в этом ничего плохого.